Приветствую вас, дорогие друзья, в вечернем выпуске на канале Тимоха Лайф. Будем отключать отслеживание, которое влияет на работу телефона. То есть разработчики благодаря вот этой вот настроечке могут отслеживать все, что вы делаете. Так что смело отключайте. Хочу сказать, эта настройка нужна только разработчикам и больше никому. Значит, как ее отключить? Будем отключать тремя способами, то есть будем бить точечно, чтобы полностью избавиться от этого предателя на нашем мобильном телефоне. Для этого нужно зайти в настройки и стать разработчиком телефона. Многие знают, кто не знает, напомню, что нужно зайти о телефоне в пункт и версия MIUI тапнуть, пока не высветится у вас такое, не нужно, вы уже стали разработчиком. Дальше вернуться немножечко назад. Видите, вот такое появится, не нужно, вы уже стали разработчиком. Вернуться назад до такого вот интересного пунктика, расширенные настройки. Далее спускаемся в самый низ, и у нас появится для разработчиков, если вы сделали все верно. Нажимаем для разработчиков и ищем здесь уже непосредственно записывать. То есть нам нужно найти трассировка системы. Вот так вот немножечко спускаемся вниз. И здесь у нас будет вот такой вот пунктик «Трассировка системы». И смотрите, что здесь интересного снизу написано. Отслеживание и анализ рабочих процессов в целях повышения производительности системы. То есть, таким образом, разработчик нам говорит, что он будет улучшать что-то. Ну, ничего не улучшится, я вам говорю, это 100%. То есть, мы... Все, что можем, это, конечно же, отключить его. Находим трассировку системы. И если у вас включен вот этот вот пункт, обязательно его отключаем. Записывать действия приложений, доступных для откладки. Отключаем. Думаю, процентов 90 эта настройка была включена. Далее возвращаемся назад, дорогие друзья, в пункт настройки. И здесь уже в пункте настройки ищем следующий подпункт, который называется «Приложение». Здесь все приложения, и в правом верхнем углу, обращаю ваше внимание, есть три точки. Нажимаем на эти три точки, и вот здесь у вас будет вот такой вот интересный пункт «Показать все приложения». Нажимаем «Показать все приложения», и здесь ищем уже непосредственно трассировка. Можно вот так вот спускаться вниз до буквы «Т». Здесь по алфавиту все сделано. Видите, трассировка системы. Кушает она 25 мегабайт оперативной памяти и занимает 569 килобайт. То есть мало. Как видите, трафик и батарея у нас по нулям. Ничего не садит. Работает, можно так сказать, скрыто. Нам нужно зайти в память. И здесь у нас снизу пунктик будет очистить. Нажимаем на очистить и нажимаем очистить все. Все данные в это приложение будут удалены навсегда, включая файлы, настройки, аккаунты, базы и кэш. Не боимся, нажимаем ОК. У нас очищается, кроме того, что память, так мы еще все удаляем. Так, и давайте еще попробуем это приложение, кроме того, что мы так его вот почистили, мы его вот здесь, видите, можно очистить все. Ну, отключить у нас не получится, потому что не светится вот этот вот пунктик. Это очень плохо. Так, здесь мы все сделали. В следующее мы бежим в Play Market и там его тоже отключим. Значит, нажимаем на иконку своего аккаунта. Дальше бежим вниз, справка и отзыв. У нас появляется вот такое вот меню. И здесь как удалять и отключать приложение на устройстве Android. Нажимаем, дальше спускаемся вниз. Под пункт «Как удалить приложение, установленное вами», нажмите, чтобы перейти в настройки приложений, кликаем сюда и здесь обязательно нажимаем на «Еще», «Показать системные процессы». И здесь точно так же ищем по алфавиту букву «Т». Вот так вот, очень много приложений различных. И здесь у нас, как вы видите, трассировка системы. Нажимаем на трассировку системы, видим, что у нас здесь тоже не горит пункт «Отключить», то есть мы его отключить не можем. Заходим в хранилище и кэш, нажимаем «Очистить хранилище», все данные будут удалены и очищены. И, в принципе, практически все. И нажимаем «Остановить». Вот так вот останавливаем. В принципе, здесь, как вы видите, мы его смогли полностью остановить. Вот
эту настройку мы должны все, вот эту настройку отслеживания мы сегодня полностью почистили и, можно сказать, остановили. Вот такое вот видео. Отключаем отслеживание системы полное. Вот такой вот предатель на нашем телефоне был. Мы его сегодня отключили и справились с этим. Поздравляю вас, дорогие друзья. С вами был Тимоха Лайв в вечернем выпуске. Кстати, подпишитесь на мой канал, ведь там будет впереди много интересного контента. Именно для тебя, мой лучший друг. До скорого. Всем пока. До скорого.